Всем привет! Еще одно наше приобретение – это грейпфрут, сорт Flame. Почему приобрел я его? Узнал о нем совсем недавно, может быть, месяц назад. Случайно увидел брошюру Green Acres. И в ней просто описывались разные сорта, разные виды цитрусовых. И вот увидел также информацию об этом сорте грейпфрута. И она говорила о том, что этот сорт, он наиболее позднего созревания. То есть обычно цитрусовые у нас в северном полушарии, они начинают созревать с поздней осени и до весны. Чтобы иметь плоды позднего созревания, то, допустим, апельсины, желательно покупать сорта, которые из южного полушария. У нас в продаже это Land Late и Midnight Valencia. Оба сорта я имею, но не слышал никогда по поводу грейпфрутов. Вот этот Flame — это позднего созревания, и плоды на нем должны держаться тоже до лета, так же как на Midnight и на Land Late апельсинах. Вот такой красопед. И как только я вот его увидел, купил его в Green Acres.